Горит машина. Вот жесть. Да вон, сейчас соседние машины все убирают. Ну, это либо сигнализация замкнула, либо что-то еще. А вот эту большую, которую рядом стоит, убирают? Я не знаю, но сейчас стоит тоже загорится. Там, я думаю, уже, наверное, может, и стеклами. Сейчас рванет, это будет пипец. Так уже рванет. Ну, это... Сказали, уже едут. Это я вызвал. Больше никто не вызвал. Может, хозяин бежит? А, соседняя машина отгоняет. Либо поджог, либо сигналка. То надо мужику джип вызволять. Ну там все, уже хана в машине. Возможно, ну там уже все уже. Я не знаю. Ну сейчас приедут. Да? Ух. Ну, блин, машина, да? Моментально просто. Хочу толку бежать. Там и джип сейчас. И все вместе. Да, вот. Ну что там, некому вызвать, что ли? Я уже вызвал. Там фотографируют с того дома. О! Колеса. Нет, Тася. Колеса. Там мужику уже ничего не сделать. Там за, да, и за джип будут платить, если джип тоже пострадает. Угу. Да? Ну прям так резко, не знаю. Поэтому пожарные сейчас будут долго ехать. Мне туда еще надо заехать же как-то. Она так горит? Она так все горит. Что там, иномарка какая-то, да? Иномарка какая-то. Ну да. Что-то где-то замкнуло. Колеса. А ты что думаешь, мало чем взрываться, что ли? Где эти пожарные-то? Чаще. Ну там соседняя тоже, наверное, уже. Вот, блин, веселье кому-то, конечно. Ну да, я про то же говорю, что машин-то рядом много. Она стала с той стороны, наверное, люди. Я говорю, с той стороны, наверное, люди живут. О. Не знаю, откуда я знаю, иди посмотри. Аккумулятор, может быть. О, соседняя, по-моему, уже полыхает, да? Уже, по-моему, да, лобовое у нее. Да зачем еще раз звонить? Сама позвони. Я уже позвонил. Сказали, едут. Че сто раз звонить? Я сказал, что на парковке. Не переживай, меня спросили. Где эти пожарные-то?
Да, там уже и соседний горит. Ну, соседние. Ну, соседи начала гореть. Сейчас потушу быстро. Thank you.